Накануне Международного женского дня в актовом зале клуба воинской части Пинского пограничного отряда прошел ставший уже традиционным конкурс красоты «Мисс Граница 2020». В этом году за корону победительницы боролись 4 очаровательные девушки: Екатерина Белоус, Анастасия Левдик, Ирина Бартошек и Евгения Хмара. Все они служат в отделениях пограничного контроля. Конкурсантки продемонстрировали жюри и зрителям свою красоту и таланты в 4 испытаниях. Изначально представили визитку, после чего успешно прошли соревнования по профессиональному мастерству. Но особенно колоритным стал творческий этап. Здесь каждая смогла раскрыть себя, проявить интеллект и блеснуть талантами. На сцене пели, танцевали, читали стихи, показывали театральные зарисовки и даже кино. В кулинарном задании участницам пришлось проявить креативность. Блюдо нужно было не только приготовить, но и вкусно презентовать. На протяжении 2 часов девушки удивляли, очаровывали, а порой и даже поражали как зрителей в зале, так и строгое жюри. Им удалось превратить конкурс в яркий праздник. Выступления раз за разом вызывали шквал аплодисментов. Борьба за право называться лучшей была напряженной. В итоге главный титул «Мисс Граница 2020» завоевала представительница ОПК «Махро» Евгения Хмара. Эмоций на самом деле очень много, просто, наверное, устала. Ну, потому что мы готовились месяц. Без наших ребят с отделения пограничного контроля «Махро» этой победы бы не было, это 100%. Вот, я очень рада, серьезно, просто, наверное, все эмоции не передаться, потому что, я же говорю, это усталость, но очень рада. И я считаю, что такие конкурсы должны проходить, потому что, я еще раз говорю, эти конкурсы, они немножко тебя вырывают, вырывают со службы, дают тебе раскрыться немножко в другом направлении, это на самом деле очень круто. Остальные участницы также не остались без внимания и наград. Титул «Мисс Грация» достался Екатерине Белоус из ОПК «Горынь». Звание «Мисс Артистичность» по праву заслужила Анастасия Левдик из ОПК «Невель». Титул «Мисс Креативность» отправился к Ирине Бартошек из ОПК «Верхний Теребежов».